Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Федеральные автотрассы в России будут ремонтировать реже. Правительство страны выпустило постановление, согласно которому капитальный ремонт таких дорог должен проводиться раз в 24 года, ранее от 10 до 18 лет, а текущий – раз в 12 лет, до этого от 4 до 8 лет. Чиновники уверяют, что это обусловлено внедрением новых технологий и материалов, а также изменением объема работ. Трасса 101. В России начали действовать ГОСТы в отношении камер фото-видеофиксации нарушений ПДД. В частности, в документе говорится, что комплексы можно устанавливать на участках дорог с плохой видимостью, возле школ, на перекрестках и там, где произошло более 3 ДТП с пострадавшими за последний год. Использование муляжей камер разрешено только в случае снижения числа нарушений. Трасса 101. Страховые компании снова заявили о том, что ОСАГО для них убыточна. По данным Банка России, в первом квартале 2017-го автогражданка принесла страховщикам 48 миллиардов рублей, а выплатили они 52,5 миллиарда. Основная причина провала – деятельность ушлых юристов. Из-за них, отмечают аналитики, страховые компании стали чаще решать вопросы с клиентами в досудебном порядке. Трасса 101. В начале этого года самым покупаемым автомобилем премиум-класса в России стал Lexus RX. Машина стоит сейчас минимум 2 миллиона 800 тысяч рублей. На втором месте Mercedes-Benz GLC с начальным ценником 3 миллиона 120 тысяч. Третья строчка у Lexus NX, за который просят минимум 2 миллиона 160 тысяч рублей. Также в пятерке лидеров оказались Mercedes-Benz E-класса и BMW 5 серии. В Новосибирске разоблачили народную мстительницу, которая долгое время пачкала автомобили краской для обуви из баллончика. 59-летняя женщина была возмущена тем, что машины припаркованы на газоне. Застукал пенсионерку за рисованием по кузову «Лексуса», собственно, его владелец. Мужчина заявил, что на удаление краски он уже потратил 20 тысяч рублей. Позже к делу подключилась полиция и оштрафовала как художницу, так и автовладельцев за стоянку в неположенном месте. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.